С 11 апреля компания Комэнерго Никополь осуществляет выполнение своих обязанностей перед никопольчанами во главе с новым директором Андреем Александровичем Кинышем, который взялся исправлять ошибки прежнего руководства, направив все свои силы на стабилизацию работы предприятия. Новая линия работы Комэнерго сегодня является тесное сотрудничество с городской властью, а именно активное участие в социальных программах города, главной целью которого является повышение комфортабельности территории Никополя и улучшение его эстетического облика. Но, как бы будем говорить, оно началось с осени, сокращение по предприятию в связи с тем, что как бы было тяжелое финансовое положение предприятия, нужно было какие-то действия предпринимать быстрые и скорые. Ну, как бы на тот момент посчитали тем, что нужно сокращать людей, а наоборот усилить работу договорного отдела. На сегодняшний момент нашим решением совместным было принято то, что создать новый договорной отдел, который будет непосредственно работать с предприятиями, с домами ОСББ, которые вышли. На сегодняшний момент вы же видите, да, тенденция выхода домов ОСББ очень большая. Работаем, будем говорить, в той программе, которая утверждена правительством, по той программе, которая сейчас установлена городской властью. Мы пытаемся работать честно, открыто. И если есть такое движение, создание ОСББ, то мы должны в этом движении участвовать. То есть мы должны не препятствовать этому выходу домов ОСББ, а наоборот содействовать, помогать всеми способами, которые только есть. А дальнейшее развитие предприятия планируется в том, что предприятие будет работать как партнер уже с этими ОСББ. Уже 26 мая 2011 года состоится тендер, в котором будет определена компания по обслуживанию жилого фонда. Руководитель Комэнерго Кинаш Андрей Александрович абсолютно уверен, что достойное качество предоставления услуг позволит его предприятию занять лидирующую позицию в конкурсе. И обязательно мы на один из лотов будем принимать участие в конкурсе и будем участвовать. Насколько вы уверены в своей победе? На 100%.